«Мыслитель», «Поцелуй», «Вечная весна» – более 40 работ основоположника современной скульптуры. Не в привычной для петербуржца мраморе, а в бронзе. И все это, как говорят организаторы, оригиналы. Те скульптуры, которые находятся в Эрмитаже из мрамора, это называется то, что называется артист, художник и скульптор делает сам, да, своими руками. Все, что отливается из бронзы, никогда не отливается самим скульптором. Он делает форму гипсовую, да, и потом каждая отливка бронзовая считается оригиналом. Роден создавал скульптуры из воска. По ним потом готовили гипсовые формы, из которых скульптуры уже в бронзе отливали в разных мастерских. Еще при жизни автора сделали более 200 вечных идолов и более 300 поцелуев. Даже «Граждане Кале», пожалуй, самая монументальная работа, весом более 3 тонн, есть в нескольких странах мира. Нам потребовалось, да, около 15 лет, чтобы собирать эту коллекцию, и около 3 лет мы работали вот именно над отливом. Причем «Граждане Кале» отливались в течение 2 лет. Особое место в коллекции занимает альбом «Гупиль» с десятками рисунков. Роден, больше известный как скульптор, свои рисунки выставлял, пожалуй, чаще, чем скульптуры. Шедевры Родена в Петербурге можно будет увидеть до середины августа. Потом выставка поедет в Москву, правда, не вся. Одну из работ организаторы обещают подарить городу.